Захожу сейчас в комнату. Сидит моя жена с телефоном в руке и смеется. Я говорю, что ты смеешься? Говорит, да вот в Телеграме подруга прислала ролик смешной. Собачка умилительно просит хозяйку покушать. Чуть не плачет. Глазки такие, вот посмотри, прямо будешь смеяться. Ну, правда, очень умилительный ролик, смешной. Смешной, правда, смешной. Приятный. Таких роликов миллиарды пересылают друг дружке все люди. Все люди без исключения. И мне жена говорит, вот сейчас сижу и надо переслать в Телеграме, значит, там Оле, Маше, Кате, пусть посмеются, потому что настроение поднимается, прям правда хорошо. Хочется поделиться ей. Естественный процесс. Это жизнь. Это наша жизнь. Я ей говорю, слушай, ты, наверное, еще не совсем поняла, что у нас теперь новая система для дистрибьюторов сетевой компании. Мы используем теперь новый метод приглашения людей в бизнес. Самое узкое место в системе сетевого маркетинга мы расшиваем, мы делаем его более доступным для людей. Приглашать, вот это звонить и, значит, в очередной, в девятый раз приглашать человека на презентацию уже неловко. А вот такой ролик ты сейчас пошлешь. Давай сейчас мы этот ролик загрузим в систему. 3 секунды. Система его, новая система, спонсор чат-бот, обработает в разделе «Студия». Превратит этот ролик в твою реферальную ссылку. Фактически в приглашение в систему на презентацию. И человек посмотрит этот ролик и под ним увидит рекламную кнопку с надписью. Все смеешься, а денег-то нет. Узнай, как заработать, например. Ну, типа такого. И человек посмотрит и, возможно, зайдет и увидит твою презентацию. Она там стоит и работает. И твоя сетевая компания обрадуется, что еще один человек посмотрит информацию о ней. Возможно, этот человек зарегистрируется и станет твоим дистрибьютором. Потому что вот так легко приглашать согласятся многие. Они не соглашаются только потому, что им не хочется приставать. А так-то? Ну так-то, конечно. А потом они перешлют своим людям. Своим, а те своим, а те своим. И где-то там это все. Ну раз мне прислал кто-то пересланное это видео, и ты пересылаешь, значит кто-то еще это сделает. И везде это видео будет с твоей рекламной кнопкой и с реферальной ссылкой. Вот так надо работать по-новому в MLM-бизнесе сегодня. Вот ссылка внизу, и это спонсор-чат-бот, новая система. Вы зайдите и узнаете, как это работает.